Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Помните, как-то кто-то говорил, что слишком длинное видео снимает Александр Док, а у Дмитрия Крашенинникова короткие, лаконичные. Ну, земляне, не обессудьте, у меня тоже получилось короткое видео. Нет, не это видео, оно сейчас будет. Оно сейчас будет. Это только вступление, это предисловие. Ну, так получилось, нажал не ту кнопку, и у меня все снялось в ускоренном виде. А снимал я, знаете что, снимал я, как я слепил снежную собачку. Мирка ее разрушила, а Марсик обоссал. Ну, так получилось. В общем, не любят они конкуренции, они любят все натуральное. Вот, говорят, хозяин любим нас такими, какими мы есть. Вот, а смотрите, у нас такая зима, что когда я снимал этот ролик, а потом пошел монтировать, прихожу обратно, а уже все растаяло. Вот осталось немножко, видите, у нас. Смотрите, все тает. Ну, а ролик получился очень короткий, так что, не знаю, это какой-то спринт-ролик. Ну, в общем, смотрите. А Марсик посмотрел на все это, зевнул и сказал: фигня все это, ваши снежные собачки. Мирка живая намного лучше и симпатичнее.